Дорогие друзья, братья, сестры, Павел, Виктория, особый ваш день, особое событие в их жизни. Перед нами жених и невеста, их лучшие друзья, подруги, их родители, дедушка, бабушка, родственники. Все готово для того, что мы называем бракосочетанием. И как христиане мы все начинаем с молитвы, и поэтому и сейчас мы помолимся о том, чтобы Господь благословил эту часть этого важного служения в жизни этих молодых людей и в жизни церкви всего общества, в котором мы живем. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за милость Твою, которую Ты даешь нам, это прекрасное, доброе время, в которое мы можем жить. Мы можем слышать голос жениха и невесты. Это Твое благословение, которое еще приходит на эту землю, приходит на нашу жизнь, и мы радуемся этому и благодарим Тебя, и просим Тебя, благослови это общение, благослови, Господь, чтобы жених и невеста, слыша заповеди Твои, соглашаясь с ними, давали Слово Свое, и чтобы оно было запечатлено на небесах у Тебя, нашего Бога, и чтобы имя Твое прославилось через все это, наш Господь Иисус, во имя Твое. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, Павел, Виктория, особый день в вашей жизни. Наверное, никто другой не ждет вот именно этого дня, как жених и невеста. Даже родители не так ждут этого дня, как молодые люди. Это очень особый день. Это идет на уровне того дня вашего рождения, день свадьбы. Потому что вы знаете, как всегда даже в народе говорят, сперва где родился, а потом на ком женился. Потому что все это важно, это определяет жизнь и направление жизни для человека. Павел, Виктория, я надеюсь, что вы как христиане понимаете, почему вы здесь. Да? Ведь вы же понимаете, что жениться можно по-всякому, особенно в наше время. Вы уже подписали бумаги все. Можно было бы поехать к судье, можно было бы просто поехать в Courthouse, расписаться там и все. Но почему-то вы здесь, почему-то вы в церкви. Потому что христиане понимают, что мы смотрим на жизнь нашу всегда через призму одного направления – это спасение человеческой души. Это самое важное, что есть. И ни в каком другом положении человек не может так успешно этого достигнуть, как семья. Потому что в семье проверяется абсолютно все. И поэтому вы здесь. Вы услышите сейчас заповеди Божьи, это не советы. Вот ваши родители, Паша, твои родители здесь, ваши родственники, друзья, вы будете приходить к ним в гости, они будут вам советовать, это будут советы. А то, что вы услышите сейчас, это не советы, это Божьи заповеди. И на основании вашего соглашения с ними мы, как Церковь Божья, будем провозглашать вас мужем и женою, и вы будете мужем и женою, и христианской частью общества и частью церкви. Для того, чтобы была действительно успешная христианская семья, все-таки есть некоторые критерии, по которым мы должны сказать, что да, это будет нормальная христианская семья. Да и вообще семья. К сожалению, в наше время вы знаете, что брак настолько беспорядочный, люди сходятся, расходятся, дружат, не дружат, и вообще непонятно, что происходит. Поэтому для того, чтобы была семья, ясно, надо мужчина и женщина. К сожалению, что в наше время мы должны даже это, казалось бы, ясный, очевидный такой факт жизни, и даже об этом могли сказать или должны говорить, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. Перед нами Павел, Виктория. Но и это еще не все. Должно быть обоюдное согласие. Для того, чтобы был нормальный брак, мы видим даже первый самый брак. Адам и Ева, Бог не сказал Адаму, что слушай, ну выбор у тебя небольшой. Есть только одна женщина на этой земле, это Ева, поэтому ну на ком же тебе еще жениться, как не на ней? Адам был тот, который сказал, вот это кость от кости, плоть от плоти моей, она будет моей женою. Это было его добрая воля. Я хотел бы обратиться к вам, молодые люди, Паша, Виктория, Павел. Хотел бы начать с тебя, Павел. Является ли то, что вот ты сейчас женишься твоим добровольным желанием? Тебя никто не заставляет, не принуждает к этому. Это твое добровольное желание? Да, это добровольное желание мое. Вы слышали, да? Его никто не заставил. Папа и мама тебя не заставили, да? Все, это было твое личное желание, так? Виктория, ты соглашаешься выйти замуж за Пашу здесь. Это твое добровольное личное желание, так или нет? Да, это мое добровольное личное желание.
Так, вы слышали, да? Все свидетели здесь. Все слова, сказанные вами, они сказаны друг для друга, перед Богом и перед церковью. Это очень важно. Но вы знаете, что даже одного только желания, и этого недостаточно. Писание говорит, что должны быть еще и правильные чувства у людей. Ну, вы же семью создаете, так? Это же не просто клуб какой-то знаете, по интересам. Вот тебе нравится что-то, и мне нравится что-то. Да, давайте вместе будем жить и вместе наслаждаться чем-то. Нет, это семья. И Писание всегда говорит нам, что есть одно чувство, которое определяет семью, это чувство любви и доброго отношения друг к другу. И я хотел бы спросить вас, вот друг перед другом и перед церковью, Паша, ну что двигает тобой, почему вдруг ты решил пожениться, собрал здесь родственников, людей, гостей, столько суеты, из-за чего, что двигает тобою и почему ты решил это сделать? Люблю ее, не могу. Вы слышите, да, не может человек. Да, дай Бог, Паша, чтобы такое чувство у тебя было всю твою жизнь. Ну, Виктория, ну ты тоже же пересекла океан в другую страну. Ну что двигает тобой? Почему ты согласилась выходить за него замуж? Тоже любовь и доверие. Любовь и доверие. Вы слышали, да? Доброе желание, еще и правильные чувства, чувство любви. Но вы знаете, есть еще одно условие, которое тоже надо, и чтобы была семья, нормальная семья. Надо еще отказаться от родителей. Такое, вы знаете, вот есть условие. И в Ветхом Завете, это первая пара, написано: «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Паша, вот твои папа и мама сидят здесь. Ты как вообще? Ты любишь их, дорожишь своими родителями? Да, конечно. Они нормально к тебе относились? Не били, не обижали тебя, да? Ты дожил до стольки лет уже, да? Нормально же, да? Нормально. Хорошо, да. Не вызывал ты Child Protective Services, все было хорошо у тебя в семье, так? Очень хорошо. Очень хорошо. И ты согласен оставить папу и маму и основать свою отдельную семью? Да. Вы слышите, родители, да? Вот так воспитываю их, вкладываю в них всю свою душу, средства, все, а потом в один день, да, конечно, согласен, пойду, уйду от них, буду жить сам. Вы знаете, я вам скажу так, родители, заботьтесь друг о друге, потому что и папа, и мама может всей душой уйти в своих детей, а на друг друга даже и внимания не обращать. А потом дети и так, да, сказали, ушли, и остались два чужих человека, которых уже ничего не соединяет, потому что дети разошлись, и больше ничего нет. Надо любить друг друга и относиться друг к другу хорошо, даже тогда, когда вы уже взрослые, и вам уже не по 20 лет, как этим людям, а по 40 и по 50. Хорошо. Ты согласен, да, Павел? Но давайте спросим у Виктории, к сожалению, мамы нет, но согласна ли ты оставить свою семью, своих родственников, близких и создать свою семью? Я уже оставила. Ну все, тогда условия, что ж, уже сказано, значит, сделано, что же сделать? Итак, вроде бы все согласно Писанию, но позвольте еще спросить ваших родственников, особенно твои родители здесь, Паша. Ну, их же надо спросить тоже, да? Это же не чужие люди, вот они сидят перед тобой. Кстати, хотел представить вам родителей Паши. Это Александр и Любовь, пожалуйста, встаньте. Можете повернуться к гостям, которых вы пригласили, чтобы они увидели вас. Нет, пожалуйста, вы можете там оставаться, просто чтобы они посмотрели на вас. И родители Виктории, это Кугут Анатолий и Людмила. К сожалению, их нет здесь. Ну, есть дедушка и бабушка, вы тоже можете встать. Да? Не тяжело, я надеюсь, вам будет встать, чтобы посмотрели. Вот, пожалуйста, это хоть какие-то представители, родственники с той стороны. Я спущусь так, как... Пожалуйста, вы можете сесть уже, так как у нас почему-то нет еще одного микрофона. Хотелось бы спросить родителей жениха. Вот ваш сын перед вами, да? Я думаю, что вы, как все родители, хорошо к нему относитесь, любите его. Но согласны ли вы на то, чтобы благословить его в отдельную семейную жизнь? Отпускаете ли вы его для того, чтобы у него было уже его отдельное от вашей семьи? Отпускаем и желаем, и будем благословлять. Папа сказал, мама? Отпускаем и благословляем. Хорошо, замечательно, пожалуйста, садитесь. Знаете, сколько уже было бракосочетаний, еще ни разу не слышал, чтобы папа и мама сказали, нет, такой красивый стоит, пускай идет домой, не надо. Ну, дедушка, бабушка, от родственников, что вы можете сказать? Благословляете ли вы Викторию и желаете ли вы того, чтобы она... Искренне благословляем. Благословляете. Благословляем искренне.
Хорошо, замечательно. Вы знаете, родители всегда благословляют и думают, пускай попробуют, что значит семейная жизнь, что это не просто шутки и смех, а это очень серьезно. Итак, родители, особенно родители Павла, вы любите своих детей, и Виктория станет вашей дочерью. Относитесь к ним хорошо. Ваше слово для них значит очень много, потому что дети доверяют родителям. Даже когда они этого не показывают, хотят показать, что они уже такие взрослые, большие, все равно они доверяют родителям. Поэтому говорите о них только доброе. Даже если вам что-то не совсем нравится, что-то по-другому, не так, как у вас было, но говорите доброе, хорошее, молитесь, благословляйте их. И пускай слово развода никогда не звучит в вашем доме. Христиане понимают ясно, брак один раз и навсегда. Поэтому пускай слово «развод» никогда не звучит из ваших уст. К сожалению, чаще всего об этом начинают говорить в первую очередь в родительском доме. И это большая проблема. Итак, пускай Бог благословит вас, чтобы в вашей семье, в вашем доме было уют, мирная обстановка. Приглашайте их в гости. Но знайте, что это отдельная семья. И поэтому вы можете советовать, подсказывать, но не навязчиво и не заставляя их жить так, как вот вы понимаете, что жизнь должна быть вот такой. Павел, Виктория, ваши родители отпустили вас, благословили вас, но все равно знайте, что это родители, и к ним должно быть правильное отношение и уважение. И даже Библия говорит, что не пренебрегай отцом своим, даже когда не то, что там он повзрослеет, даже когда разум оскудеет, и тогда нельзя пренебрегать, надо относиться хорошо и с уважением. И поэтому заведите новые отношения с ними, дружеские отношения, когда вы приглашаете их в гости, знаете, чтобы они не чувствовали себя одинокими, потому что все равно проходит время, дети расходятся из родительского дома, и знаете, как хорошо, когда, ну, родители чувствуют, что они не только нужны, когда как бэби-ситер, когда надо посмотреть за детьми, а когда ими ценят как людьми. Поэтому обращайте на это внимание. Итак, заповеди Божьи, которые Господь сегодня предлагает для вас, чтобы у вас была хорошая семья. Вы же хотите, чтобы у вас была хорошая семья, да? Виктория, ты же, наверное, замечала, вот есть, ну, действительно такие семьи. Муж спешит домой с работы, а не где-то там в джим или в сауну или на рыбалку. Домой спешит, потому что хочет с женой быть. А есть такие, ну, мусор не может заставить вынести. Не то, что там построить корабли, города назвать именами своей жены. Да, там за это и речь не идет. Но вот почему бывает так, что вот у кого-то хорошо, а у кого-то плохо? Все же начиналось, все, что хорошо начиналось. Так вот, потому что есть заповеди Божьи. И когда люди ими пренебрегают, то все становится плохо. А когда исполняют, то тогда хорошо. И вот что написано для тебя, как для жены, Виктория. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жена своим, так и жены своим мужьям во всем». Виктория, знаешь, Бог никогда не требует того, что естественно для человеческого сердца. Мы нигде не встретим, что было написано, что «матери, любите грудных детей своих, не забывайте их кормить». Это естественное желание, и вообще это существо матери заботиться о ребенке. А вот здесь написано, что жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. И при том, ну, не просто как тому, который умнее тебя, а как Господу. Ну, это написано потому, что ну, не в сердце это человеческом. В сердце человеческом решить своевольно, как я считаю нужным, а не как говорит мне вот там один или другой человек. А вот для того, чтобы был успех в своей жизни, Писание говорит, что повинуйся во всем, как Господу. И если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было благословение, был Божий мир, чтобы действительно был успех и радость, то вот это простой рецепт, который Писание оставляет для нас, и не говорит там, ну, если он только будет самый умный, успешный, богатый бизнесмен, и все у него будет хорошо, но тогда повинуйся. Писание говорит, что даже если неверующий, даже если не все идет так, как надо, то все равно повиноваться, кроме греха, конечно. Но во всем остальном надо повиноваться. Писание говорит, что муж есть глава церкви, глава семьи. Ну, знаете, иногда молодые люди говорят, так а что же, ну, у нас и так разногласий никаких нет. Будут разногласия.
Буду сразу, посмотри на Пашу, как ты думаешь, он вообще хороший человек, да? Очень хороший, да? Так вот, вот с этим очень хорошим человеком у тебя будут разногласия. Не веришь, да? Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы не было. Но вот если будут, то тогда пускай это место придет тебе на память. Жены, повинуйтесь мужьям своим во всем, как Господу. Ну, посмотри на него, как ты думаешь, ну, он как Господь или нет? Ну, чуть-чуть, наверное, не достает, да? Ну, очень близко. Так а вот Писание говорит, что даже выше. Как Господу, повиноваться мужьям своим во всем. Тогда, когда есть спорный вопрос, когда надо дать направление для семьи, это очень важно в этот момент прислушаться к тому, что говорит муж. Жена может сделать своего мужа особенным. Вот как ты думаешь, Паша, особенный человек, да? Ну, конечно, да, для тебя особенно, конечно, очень особенный. Так вот, ты знаешь, ты можешь сделать его очень особенным. Он может все для тебя сделать. Я не раз говорю на браках, вот вся эта обстановка, все, это все ради тебя. Потому что если бы свадьбы были по-мужски, то заехали на drive-thru, покушали и на Гавайи, хватит там всей этой суеты. Но ради тебя, ради жены все это делается. Так вот, он может всю жизнь делать что-то особенное для тебя. Если ты будешь это замечать, обращать на него внимание, ты можешь сделать его действительно особенным и замечательным человеком. Он все сможет при твоей поддержке. Он все сможет при твоей поддержке. Поэтому оказывай к нему доброе уважение. Вы знаете, все это замечают и говорят, что если бы жены тратили половину того времени, которое они тратят возле зеркала, чтобы сделать себя красивой, на то, чтобы уделить внимание и уважение к своим мужьям, сказать им доброе уважительное слово, то в семьях бы обстановка была совершенно другая. Совершенно другая. Виктория, Павел привыкнет к твоей красоте, но никогда не привыкнет к твоим добрым словам, которые будут... Ну, слова уважения, поддержки в его адрес. Это будет всегда, знаешь, добрым семенем ложиться в его сердце, душу. Он будет ценить тобою и хотеть быть с тобой, разделять с тобою свою жизнь. И запомни, что твое послушание мужу – это твое самое главное служение перед Богом. Ты можешь заниматься любым служением в церкви, но самое первое – это семья, это дом, это устройство семейного очага. И поэтому самое твое первое служение – это повиновение своему мужу. И Бог обращает на это пристальное внимание. Я хотел бы спросить тебя перед Павлом здесь, перед Богом, самое главное, перед церковью, согласна ли ты, даешь ли ты обещание повиноваться мужу своему во всем? Да, я обещаю повиноваться мужу своему во всем. Замечательно. Вы слышали, да? Это добрые слова, обещания на основании Священного Писания. Паша, как у нас говорят, смотри, как тебе повезло. Твои родители сказали, что больше не вмешиваются в твою жизнь. И только что самая красивая девушка, которая рядом с тобой, пообещала слушаться тебя во всем. It doesn't get any better than that. Да? Это замечательно. Но ты знаешь, перед тем, как ты будешь celebrating, да, есть слово обращения к тебе. И когда мы серьезно, как мужья, прислушаемся к тому, что говорит Слово Божье, то мы понимаем, что от мужа требуется намного больше, чем от жены. Потому что ну, повиноваться можно, не любя человека, да? Ну, у нас у всех есть начальники на работе. Мы можем их и не любить. Но главное, что делать то, что они говорят. А вот любить, не любя, не получается. Слово, которое, Павел, звучит к тебе, очень важное, которое ты должен запомнить, и обращать на него внимание, и знаешь, даже ты себе на селфон так его напечатай, и каждый раз, когда звоните, раз, и ты читаешь, что там написано. А написано здесь вот что. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя». Это очень серьезное слово, Павел. Ты должен любить свою жену. Ну, не просто... мужской любовью. Потому что, вы знаете, когда мужчина слышит слово «любовь», у него свои картины рисуются. Когда женщина слышит то же самое слово, совершенно другие, другое представление. Так вот, чтобы не было никакой путаницы, здесь очень ясно написано, как Христос полюбил церковь. Павел, я знаю, ты проповедник, проповедуешь, говоришь слово Божье. Ты знаешь, как Христос полюбил церковь, да? Что он получил от церкви? Ничего. Он отдал себя за нее, пожертвовал собою, положил себя на крест ради того, чтобы приобрести церковь. Вот так мужья должны любить своих жен.
Павел, знаешь, если бы мы вот так с тобой были один на один в комнате, я бы тебе сказал, что мужчина – это самое самолюбивое творение, которое только есть. Любит себя до невозможности. Это настолько правда, что даже в Библии написано, что должен любить как свое тело. Вот настолько должен любить. Сравнивается даже с той любовью, которой Христос любит церковь. Так вот, знаешь, что это неестественно для человека, мужчины. А вот здесь написано, люби свою жену, как Христос полюбил церковь. Самоотверженно. То есть ты должен ее интересы поставить прежде своих. Ее состояние прежде своего. Ее желание прежде своих. И это очень тяжело. И поэтому Господь дает тебе такую заповедь, чтобы ты это делал, чтобы ты это исполнял. Любить жену самоотверженно. И когда у тебя будет такой вот момент, ну как не поступить, ты подумай, а как Христос поступает по отношению к церкви? Вот так поступить, самоотверженно, для того, чтобы твое служение перед Богом было успешным, и для того, чтобы твоя семья была благословенной. Писание говорит, что мужья, поступайте благоразумно с женами своими. Ты знаешь, что вот у тебя же есть друзья, ребята, да, братья, друзья. Так вот, Виктория, она другая, она не такая, как твои guy friends, да, которые там, ты с ними на лыжи бегать, еще что-то. Ну, она не такая, у нее другое состояние. Другое душевное расположение, знаете. Я понимаю, что, допустим, ну, простой пример, если у человека поломался кран в квартире, в доме где-то, ну, мужчина понимает, надо позвонить сантехнику, пламбер придет, ремонтирует. Женщина по-другому, надо поплакать с полчаса, позвонить сестре, позвонить матери, ну, а потом уже сантехнику, чтобы тот пришел, уже что-то справил. Потому что разное, совершенно разный подход к жизни и ко всему тому, что происходит. Поэтому, Павел, подходи с пониманием, с осторожностью, с благоразумием к жене своей, зная, что она не мощнейший сосуд. Ну, не может у нее быть такое состояние духа, твердости, как у мужчины. Она другой человек, и поэтому твое дело подходить к ней с благоразумием. Простые вещи, просто даже разговаривать с ней. Она же не знает, что происходит у тебя в голове, да? Ты там себе что-то надумал, спланировал, делаешь. А как это? А что ты не догадалась, да? Вы понимаете, у мужчины это, как говорится, больное место, и надо понимать это. Говори с женой своей, общайся с ней, чтобы у вас было соединение душевное, чтобы вы действительно знали, что происходит. Ведь, вы знаете, это действительно так. Я не раз замечал, я как-то, когда еще был в хай-скул, учился здесь, то работал в ресторане, и сразу было заметно, где женатые люди пришли пообедать, а где те, которые дейтинг. Те, которые дейтинг, они там за ту еду и забыли, они так разговаривают друг с другом, оживленная беседа, могут и не поесть ничего. И забыть не только поесть, даже и заплатить, и уйти. А уже когда женатые люди, тишина, знаете, как на кладбище, одно только может там передай перец или соль, и все, на этом весь разговор. Так вот, общайтесь, говорите друг с другом, находите соединение, которое очень важно для вас. И запомни, Паша, что тебя будут судить по ней. Если она счастлива, на ее лице улыбка, если она рада жизни, это говорит о том, что ты у нее хороший муж. Это действительно так, это действительно правда. Я хотел бы спросить тебя перед Викторией, перед Богом, перед церковью, согласен ли ты, даешь ли обещание любить жену свою, как Христос полюбил церковь? Обещаю. Так, вы слышали? Он дал обещание перед Богом, что будет любить жену свою, как Христос полюбил церковь. Мы будем скоро молиться о вас, и вы будете семьей. И вы знаете, что в христианской семье есть определенный порядок. Муж – это глава в доме. Знаете, это очень важно, Паша. Ты принимаешь на себя особую, большую ответственность. И для того, чтобы ты был глава в доме, у тебя должно быть соединение со Христом. И когда твоей главой будет Христос, то тогда ты будешь достойной главой в своем доме. Вы видели когда-то человека без руки? Видели. Без ноги видели. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек ходил без головы? Нет. Поэтому, если ты хочешь, чтобы в семье был порядок, чтобы в семье было благословение, твоей главой должен быть Христос. Ты будешь священником в доме. Это большая ответственность. На тебя ляжет ответственность за твою семью. Все, что будет происходить в твоем доме, за это отвечаешь ты. Что будет происходить с твоей женой, даст вам Бог детей, с детьми, это на тебе ответственность. Ты представляешь Бога в своем доме.
Это очень большая ответственность, и ты должен молиться перед Богом. Поставь для себя каждый день молиться о себе, как о муже, чтобы Бог дал тебе трезвый разум, чтобы ты мог правильно вести свою семью. Это большая ответственность перед Богом. И если бы все мужья подходили правильно, если бы все мы подходили правильно к своей ответственности, то, наверное, не было бы семейных проблем. Поэтому не подходи к этому легкомысленно. Ты священник в доме своем, ты должен молиться за жену, за детей, которых Бог вам даст, за всю свою семью, за себя особенно, чтобы Бог давал тебе мудрости, чтобы ты мог вести семью свою и не довести ее, знаешь, в обрыв или в пропасть какую-то, а довести их к благословению, чтобы все дети были верующие, чтобы жена была благословенной и чтобы ваш дом был источником радости, а не источником такого давления и тяжелого состояния, что разбегаются с твоего дома все, не только муж, жена, и дети, и все остальные. Да благословит тебя в этом Господь. Жена, ты слава для мужа своего. По тебе будут судить вашу семью. И поэтому, если ты будешь на своем месте, знаешь, слава Божья, слава семьи, это то, что видно для людей. И поэтому, когда на лице твоем будет улыбка, доброе расположение, доброе отношение к окружающим, поэтому будут судить твоего мужа, поэтому будут судить вашу семью. Поэтому благослови тебя, Господь, повиноваться и делать то, что надо для вашей семьи. Как я с вами говорил раньше, что дети – это награда от Господа. Дети – это благословение в семье. У вас же есть, да, особенно у тебя, Паша, есть братья, сестры, да? Хорошо же, конечно, что они есть, да? Конечно, хорошо. Но мы когда дети, то думаем, ну как жалко, что столько братьев и сестер, да им, а мне почти ничего не достается. Вот был бы я один, все мне, и мороженое, и конфеты, и игрушки, все было бы до меня. А потом, когда вырастаешь, то понимаешь, как хорошо, что есть братья, сестры. Поэтому благослови вас Господь, чтобы у вас были дети, чтобы детский смех был слышен в вашем доме. Это очень большое благословение от Бога. Хотелось бы сказать, что обращайте внимание друг на друга. Молитесь вместе. Поставьте для себя вот такой закон. Каждый день мы будем вместе молиться. Это очень большое дело. Я не раз слышал и на себе испытал это, и не раз слышал от других людей. Даже когда какие-то трения друг с другом становятся на колени, молятся перед Богом. И потом поднимаются уже совершенно другое отношение друг к другу. И уже вместо слов укора, слова раскаяния, прости меня, пожалуйста, я не прав был, нет, это я была не права. И совершенно другое отношение. Поэтому поставьте для себя раз в день хотя бы вместе преклоняться перед Богом, чтобы помолиться. Не пропускайте собраний. Не пропускайте собраний. Знаете, церковь – это не для того, чтобы найти мужа и жену, и теперь нормально, хорошо жить. Церковь – это ворота спасения, через которые, проходя, человек входит в вечную жизнь. Поэтому найдите для себя служение в церкви. Ну, не оставляйте все. Знаете, бывает такое, что в молодежи активные трудятся, потом женился, осуетился. Дом, работа, а потом уже не нравится ни дом, ни работа. Поэтому найдите для себя служение, служите Господу, и Бог благословит вас в этом. Относитесь правильно друг к другу. Павел, твое тело не принадлежит тебе, но твоей жене. Виктория, твое тело не принадлежит тебе, но твоему мужу. Это тоже Божьи заповеди. Пускай Бог благословит вас, чтобы у вас было трезвое отношение и правильный разум друг к другу, и чтобы вы действительно любили друг друга по Писанию. Поставьте для себя правильные приоритеты. Господь на первом месте, семья, вы друг для друга, дети, работа, отдых, все должно быть на своих местах. И вы увидите, как Бог будет благословлять вашу семью. А сейчас я хотел бы, чтобы вы еще раз подкрепили свои обещания. Пожалуйста, могла бы ты взять ее цветочки? Повернитесь друг к другу, и я дам вам микрофон, и вы можете повторить за мною эти слова обещания, которые будут направлены друг к другу. Павел, пожалуйста. Я Павел. Принимаю тебя. Как законную жену. И в этот день обещаю. Быть верным и честным тебе. Уважать и доверять тебе. Заботиться и ценить тобой. Разделить с тобой всю мою жизнь. Прощать тебя. Как и Христос простил меня. Любить тебя всегда. В здоровье или в болезни. В богатстве или нищете.
во всем, что встретится в жизни. Помоги мне, Господь. Я, Виктория, принимаю тебя как законного мужа, и в этот день обещаю, быть верной и честной тебе, уважать и доверять тебе, заботиться и ценить тобою, разделить с тобою всю мою жизнь, прощать тебя, как Христос простил меня, любить тебя всегда, здоровье или в болезни, в богатстве или в нищете, во всем, что встретится в жизни. Помоги мне, Господь. Итак, вы слышали их обещания, данные перед Богом. И мы сейчас будем молиться. Я бы попросил папа, мама, Павла, и Игорь Шамрай, пожалуйста, от невесты, пожалуйста, вы можете пройти. Не Игорь, а Олег, я извиняюсь. Пожалуйста, вы можете пройти на сцену, чтобы помолиться о молодых. И Павел, Виктория, это особый день вашей жизни. И это особая молитва. Вот такой молитвы у вас больше не будет. Пожалуйста, вы можете встать с этой стороны. Такой молитвы у вас больше не будет, когда вы на ваш день бракосочетания просите благословения у Бога. Поэтому, когда мы будем молиться, знайте, что это не просто формальность. Помолитесь перед Богом. В то время, особенно, когда молятся ваши родители, церковь, искренне открывайте перед Богом свое желание и просьбу о том, чтобы Бог благословил вас. Порядок молитвы будет такой. Помолится мама и папа жениха, потом со стороны невесты помолятся, и потом вы будете вместе молиться. Хорошо? Итак, давайте поднимемся на наши ноги и в душе, в сердце своем будем поддерживать молитву родителей. Дорогой Господь, я благодарна Тебе сердечно за то, что Ты любишь всех нас с такой любовью, что Ты отдал Сына Своего за нас, грешников, и мы спасенные Тобою. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Павлика, что Ты нам даровал его, за то, что он дал Тебе обещание однажды служить Тебе, а сейчас он дает обещание быть верным мужем в семье своей. Господи, я также присоединяюсь к этим решениям и также благословляю, Господи, Павлика и Викторию. И хочу, чтобы Ты, Господи, дал им мудрости пройти этот земной путь с Тобою, чтобы они каждый день молились Тебе, читали Слово Твое, пребывали в общении с Тобой, чтобы этот жизненный путь могли они пройти, хоть, может, и что-то случится в жизни, чтобы Ты им помог пройти этот путь с Тобою, преодолеть, чтобы никакой грех не вклинился, чтобы ничего, Господи, не было против воли Твоей. Пошли благословения им в жизни. Очень прошу Тебя, поспешествуй Ты в их жизни, дай мудрости, страх Твой божественный. Услышь, Боже, мою молитву. Слава Тебе за это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Владыка Отче Небесный, во имя Иисуса Христа стоя пред величием Твоим, в этом собрании, Господи, торжественном собрании, в этом, когда мой сын дает обет Тебе, Господи, быть верным мужем. Благослови Вику, благослови Павла, чтобы они были примером, светом, Господи, для этого мира, чтобы они любили Тебя верно, истинно и праведно, Господи. Благослови. О, Дух Святой, мы просим Твое благословение, Господи, и духовных благословений, и земных, Господи, благослови их детками, благослови их материально, особенно духовно благослови, чтобы они всегда переживали и жили только с Тобой всю свою жизнь, Господи, благослови, излей Свое благословение. Дай, чтобы они, Господи, понимали, что они нужны друг другу, служили верно, истинно и преданно, Господи, чтобы никакая вражья сила никогда не прикоснулась и не пыталась разрушить их брак. Господи, огради, благослови, защити, Господь. Дай, чтобы в них было всегда все общее. Сделай чудо, Господи, сделай из двоих одно. Аллилуйя. Слава Тебе вечная. Аминь.
Господь, сегодня, Господи, Ты сотворил этот день, радостный день, и мы, Господи, как Церковь Твоя, Господь, мы, как, Господи, невеста Твоя, мы, родственники, Господь, благословляем, Господь, наших самых любимых, самых дорогих, Павлика и Викторию, Господь. Этот день для них, Господи, замечательный. Этот день, Господи, для них радостный, Господь. И мы, Господи, хотим, чтобы, Господи, Твое божественное благословение, Твои руки были положены, Господь, на их головы, Господь. Чтобы, Господи, это соединение, соединение любви, Господь, чтобы Твоя красота, Господь, она, Господи, прошла, Господи, через всю их жизнь, Господь. Чтобы они, Господи, до конца, Господь, были верны Тебе, Господь, и остались, Господи, любви обильными, остались, Господи, самыми замечательными, самыми прекрасными, светом Твоим, Господи, Церкви Твоей, Господь. Пусть Твои источники, Господь, верхние, они, Господи, будут, Боже Иисус, для них благословением, Господь, и нижними источниками, Господь, Ты их благослови, чтобы во всем, Господь Боже, они, Господи, полагали надежду на Тебя, Господь, и доверялись Тебе, Господь. Помоги им пройти эту жизнь, Господь, и увенчаться, Господь, когда Ты позовешь дойти до неба. А мы, Господи, как, Господи, родственники, как Церковь Твоя, благословляем их именем Твоим, да будут они благословенны. Вечный наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, я Тебя благодарю за этот день, что Ты нас довел до сюда, что мы живы, здоровы. Я Тебя благодарю за милость, которую Ты обновляешь для нас каждый день. Господи, я Тебя благодарю за прекрасных родителей, которые Ты мне дал, которые меня воспитали, любовь, которую они мне подарили. Я Тебя за все, Господь, благодарю. Я Тебя также сердечно благодарю за Павличка, что Ты мне привел его в мою жизнь. За его любовь ко мне, Господи, и прошу, благослови нашу будущую семью, благослови, дай нам мудрости, понимания, согласия, мира, Господи, мы нуждаемся в Тебе всегда. Благослови нас детками, Иисус. Слава Тебе, Отец и Сын, Дух Святой. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за этот великий день, который Господь Он на меня, Господь, что дал мне, Господь, что мы, Господь, стоим здесь перед Тобою, перед Церковью, и мы нуждаемся в Твоем благословении, Господь. Мы не хотим пройти мимо Твоего благословения. Мы хотим, чтобы Ты, Господь, благословил нас, чтобы Ты, Господь, дал нам благословение. Я прошу Тебя, Господь, благослови. Благодарю Тебя, Господь, за родителей, которые Ты дал мне, что они меня воспитали, что они дали мне, Господь, жизнь, что они были, Господь, со мною. Господь, слава Тебе. Боже, я очень благодарю Тебя за Викочку, что Ты подарил мне ее, что я встретил ее, что, Господь, я нашел ее, что она пришла в мою жизнь и подарила мне столько радости, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас дальше. То, что мы имеем сейчас, чтобы мы, Господь, сохранили это до конца, до смерти, Господь. Что мы любили еще сильнее, чем сейчас. Да нам, Господи, это только Ты можешь это помочь. Тебе за все слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы сейчас, как Церковь, будем молиться за них, поэтому благословляйте их в душе своей. Господь Иисус Христос, мы, как Церковь Твоя и дети Твои, благословляем Павла и Викторию не просто добрыми словами, а благословляем Твоим именем, благословляем Тобою, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, благослови их, благослови, чтобы в их доме была радость и мир,
чтобы было утешение и благословение Твое, чтобы в этом доме был детский смех и радость. Благослови, Господь, чтобы там не было неизлечимых болезней, чтобы там не было зла, раздора, разводов и всякого несогласия. Благослови, чтобы там было только мир и Твое благословение. Сохрани, Господь, от всякого зла и пошли Твой мир, пошли Твою благодать, пошли все то, что будет сопутствовать спасению их души, и сердца и жизни их. Благослови их, Господи, благослови их в земном, благослови их, Господи, и детей их во всем том, что встречается здесь в этой жизни. А самое главное, благослови их духовно, чтобы они вошли в спасение и жизнь вечную, чтобы они молились, искали лица Твоего, читали Библию и любили друг друга, как это заповедуешь Ты, наш Спаситель и Бог. На этом мы, как Церковь Твоя, благословляем их. Этого мы желаем для их сердец и души. И в этом, Господь, Твое святое отцовское благословение. Услышь Церковь Твою, и да придет Твое благословение на души наши. Спаситель Господь, во имя Твое. Аминь. Пожалуйста, вы можете подняться. Итак, дорогие друзья, родственники, перед вами новая семья Павел и Виктория Свирин. Павел, Виктория, запомните, в христианстве разводов нет. Раз и навсегда. Муж и жена. Любить друг друга по Слову Божьему. Хорошо? Хорошо. Можете приветствовать друг друга. Ну, и еще. По обычаю земли, в которой мы живем, они хотят обменяться кольцами, что будет свидетельством для окружающих, что они муж и жена. Вы знаете, что семья – это не только семейное дело, но еще и общественное. Поэтому, дружки, пожалуйста, могли бы вы принести тот столик, чтобы они могли подписать этот памятный документ для них, который будет напоминать им о том, что они женатые люди. Поэтому, пожалуйста, потрудитесь. Думаю, что вам придется его и держать, не только принести, поэтому поддержите его, пожалуйста. Потрудитесь внести этот столик, да? И только так поставьте его, чтобы он не упал, хорошо? Итак, вроде бы все формальности исполнены. Перед вами Павел и Виктория, поэтому, пожалуйста, начиная с родителей и друзья, родственники, можете поздравить их, пожелать им несколько слов, ну, не столько много, сколько я им говорил, но пару слов сказать, пожалуйста, с этой стороны заходите, поздравите, и можете спуститься здесь дальше, ну, и потом дальше, как всех тех, которые приглашали, пожалуйста, вы можете пройти в банкетный зал. Пускай Бог благословит всех вас.
Аминь.